пришла зима, лагаю. У нас метель метет со вчерашнего вечера. Штормовое предупреждение. Вот приехал Крис. Убирать снег. Снега уже выпало, наверное, сантиметров, не знаю, 40. Может, больше. Наверное, больше. Но конкретно метет, все замело. Бедный этот трактор, его еле-еле едет, он аж напрягается, напрягается, напрягается. Я вообще не знаю, как вообще движение в городе будет парализовано, потому что столько снега. У нас в этом году обещали, что если будет сильный снег, то дороги будут почищены плохо, потому что техники хватает. Очень много техники, но не хватает водителей. И кто бы вот все это расчищал? Я вообще, вот он едет, он по снегу. У нас обычно расчищаю дорогу так хорошо, у нас моментально, а он вот буксует весь. Обычно все у нас проезжают быстро машины, все чистят, все делают. А сейчас вот он бедный еле чистит, но потому что у него тракторик маленький есть такой. И вот он пытается это как-то счистить, все сдвинуть с места, но у него просто мощи-то не хватает. А снега вон сколько навалило. Ужас. Не, ну конечно красота, очень красиво, но... Очень много снега, бедный, я вообще не знаю, как выезжать на машине. Хорошо, что сегодня у детей школы нет, иначе бы вообще... Ой, вот он так ездит, как страшно. Чтобы там главное ворык не упал, а то потом и трактор придется спасать. Очень красиво, безумно, но я не знаю, мне кажется, это парализует сейчас все грузовики, все доставки, все это станет вообще, потому что снежище валит конкретно со вчерашнего дня, вот прям вот не останавливается, метет. Вот на мило у нас зимушка, зима пришла.